Привет, с вами Дезертир. Пришла еще одна посылочка с Китая. Я догадываюсь, что это такое должно быть. Это должен быть чехольчик, но чехольчик должен быть не простой. Чехол у нас должен быть, ну, короче, что-то типа вот такой вот байды. Давайте поехали посмотрим, что ж мне там китайчики прислали. Погнали. Так, ну чего, вскроем посылочку. Ох, как я люблю скрывать посылки. Это, в общем, что-то. Мне в прошлый раз говорили, что зря ты все вскрываешь так, как не видно. Потому что все не в кадре. Вот сейчас вы увидите в кадре, как я разрываю ее. О, мне даже в коробочке прислал, я уже вижу коробочку. Подарков, наверное, там никаких нету. Ага, даже так, ребят, то есть это пришел не тот чехол, который я ожидал, это пришел вот такого цвета, коричневый, но он не особо он и коричневый, я хочу сказать, он какой-то такой светло-светлый, в общем. Что это такое? Угу. То есть смотрите, здесь еще упаковка в пленке. Ну, китайцы заморачиваются, конечно. Жесть. Ну, вот так вот это все выглядит, давайте отдеру полностью пленочку. Так, сзади, я не знаю, есть смысл сравнивать надписи. Давайте посмотрим. Конечно же, шрифт подделка. Ну, короче, полностью все подделка. Вот, вот так вот можно посмотреть. Все подделка. Этот чехольчик мы оставим здесь. А этот все же вскроем. Давайте посмотрим. Так. Опля. Да, ребята, и сразу по материалу прям чувствуется, что это не кожа. Почему чувствуется, сейчас вам скажу. Сейчас мы достанем оригинал. То есть оригинал, он здесь вот была фигурина, которая очень легко отклеивается. Сейчас ее тут нету. Значит, смотрите, вот это прям чувствуется, что это кожа. Прям вот яблочко все тут выгравировано. И посмотрим. Ну вот такое вот, да, сумбурное сравнение оригинала и нет. Яблочко меньше утоплено, конечно же. Сверху кнопки даже разные, да, вот вы видите, смотрите. Видно, какие кнопки. Кнопки совсем разные. Снизу. А у меня снизу здесь вот так вот выгрызано, потому что у меня там все переломалось. В итоге вся эта требуха, что здесь торчала на смартфоне, поэтому мне пришлось это все вырезать. Но в целом, похоже, по 4 дырочки. Конечно, мне кажется, по-моему, здесь они кривоватые. Ну, не знаю. Давайте посмотрим, как там у нас будет выглядеть смартфон в чехле. Многие пишут про такие чехлы, что телефон либо очень туго влазит, либо кнопки тяжело нажимаются. Ну, вот он влез. Ну, конечно, что хочу сказать. Видно, вот здесь вот такие зазорища остались у нас. Снизу все... Ну, кстати, снизу все более цивильно. По бокам тоже так. Но у него грани меньше выступают. Если сравнить по оригинальному чехлу, здесь грани больше ощущаются, чем в подделке. В подделке они не ощущаются. Посмотрим, дырки совпадают. Да, дырочки, кстати, все совпадают. Слушайте. Ну, я имею в виду динамик и микрофон. Это прикольно. Камера совпадает. Посмотрим кнопки. Кнопки нажимаются. Посмотрим громкость. Минус, плюс. Да, кнопки все нажимаются, слушайте. В общем, вот такой вот чехольчик. По сравнению, конечно, с оригиналом это разные вещи. Нож у меня тут опасно очень лежит в кадре. И вот такой чехол, а на него оставлю ссылочку в описании. Если вам понравился, сами себе его заказывайте. Я считаю, достойная подделка, тем более за такую цену, за которую он там стоил. Я уж не помню, сколько он стоил, но копейки, вообще сущие копейки. Поэтому этот чехол вещь. Тут на самом деле китайцы, они хоть и подделывают, хоть и говнюки, но умеют делать хорошие вещи, которые помогут вам защитить смартфон. Вот так вот он выглядит еще раз. То есть, видите, очень мало выступают грани. Очень мало, но кнопочки все это дело нажимается. Все, с вами был Дезертир. Подписывайтесь, скоро будет обзор еще нескольких новых чехольчиков. Там прям такая подборка будет лето-осень, я ее так назову, потому что, в общем, будет все интересно. Все, давайте, всем удачи, пока.